Так, ну чё, давай миссию добьем эту нахуй. А то хули. Пошёл он нахуй. 7-7, блядь. А сколько золотишки-то? 1610, блядь. Бля, не хочется, все таки смог все забрать, да? Только смысла нет от этого. Хули толку-то, она нихуя, блядь. Не взаимодействует, блядь. Я прям потушу, нахуй. По новой зажжем, не знаю, даст это что, нет, блядь. Нихуя не дает, я не знаю, что делать. Сказали зажечь. Я зажег. Здесь. Блять, это что-то с чем-то нахуй. По мосту в рот. На пьедестал он заставит охуеть, блять. Ой, блядь. Бля, я веревку-то оборвал, блядь. Снял все. Значит, тушить надо еще. Я вот на это пьедестал оставил. Бля, да, потушу все. Батя снайпер. Да блять, что ты гонишь, что ли, нахуй? Стрелы переводишь водяные, блядь. Сука, и шаг ебаный, блядь. Давай на пьедестал, блядь. Хуя не попал, блядь. А, во, нихуя, на твой руку. Здесь, я хуй догадался, на седьмой глаз. Хуель, блядь. Ох, ебать, нихуя. Такое впечатление, что это место было построено хранителями. Но что они здесь прячут? Хуй их знает, что они тут прячут. Что все спускается? Давай настройки глянь на пас поставлю. Ну подожди, на Е можно. Хуй, блядь. Как его, блядь? Блядь, это пиздец. Как его положить-то, сука? Блядь, сейчас буду дальше искать. Блядь, не знаешь, подожди. Ящик был, ладно. Уж ящик попробую закинуть, да. Это... А, вот.
Вот, лыжник, да. Не знаю, нихуя нет, что-то меню. Просто нет тут. Не знаю, ящик имеет, я сходил. Сори. Видишь, он как кидает. На булыжники кидает, как бы. О. Бля, как-то надо попасть. Сука. Пиздец, почти. Хуйца с бугорца, не хватает веса. Обстрел идет, слышно. Вот они, эти ловушки, ё-моё. Ни одна не подходишь. Вот, сука. А сюда. А, у меня же ключ какой-то есть. А, о. Бля, потише сделать, что-то орать начало. Вот так, вон он. О, нормально. Хранитель Лукас, мы получили известие о ваших опасениях. Мы понимаем и их, и всецело разделяем. Нам было нелегко принять решение о нашем участии в этом деле. Тем не менее, мы считаем, что у нас не остается иного выбора. Если Трикстера не остановить, он может уничтожить весь город, а также и нас. Мы прилагаем все усилия, чтобы скрыть наши действия. Я могу лишь надеяться, что у нас все получится. Во имя познания, хранитель Андрус. Хранитель Андрус, мы вздохнули с облегчением, услышав, что вы успешно сдержали разрушение. Именно для таких чрезвычайных обстоятельств мы хранили печати элементов в течение стольких лет. Мы поддерживаем ваше решение воспользоваться ими, так как опасность, которую вы описали, действительно смертоносна. Мы настоятельно советуем, чтобы вы тщательно спрятали талисманы, так как их обнаружение может привести к еще одной подобной катастрофе. Нас заботит также и то, что ваши действия могут открыть правду о нашем существовании всему миру, чего мы никак не должны допустить. Во имя познания, хранитель Лукас.
Хорошо. Или с выстрела выдергивай. Положение талисмана. Старый квартал, новый рынок, нижний город. Еще. Он запомнил, не знаю. Давай заскриншотим, похуй. Или не скриншотится что-то? Возвращаться, бля. Да сука, блять, опять ранили, нахуй. Ну и что, нахуй? Вот я чё, что? Что с этим делать, ебать? Нажимаю, нихуя не происходит. Здесь отходил. Блять, я что-то нихуя вообще не понимаю. Я, блядь, ну, нашел эту хуйню, и чё? А, вот. На этой карте указано местоположение талисмана стихии. Только они могут открыть печати помещения на двери собора. Их расположение записано здесь, на случай, если однажды у нас опять возникнет необходимость попасть в собор. Чтобы получить доступ в затерянный город, где хранится талисман огня, нужно использовать ключ от портала из библиотеки. Талисман воды спрятан в святилище, расположенном в пещерах под старым кварталом города. Талисман воздуха хранится у хамеритов, а талисман земля оставлен в братской руке. Надо было просто вот нажать что-то, я хуй знаю. Все, задание выполнено. Еще монет не набрал нихуя, сколько мне. Блять, ты что, 10, сука, блять. Где их найти-то, блять? Пошли.
нахуй с этими ловушками. Нормально, я-то теперь буду искать, а что делать? А что, ожерелье надо найти, блин? Ну, ясно. Блядь, сейчас мы где? На этой хуйне она находится? Ну, тут нихуя нет, я, блядь, там все. Там и локация там маленькая. Ну, блядь. Так, сюда мне нахуй не надо идти. Золотишко-то на эти-то ебано. Блять, а где мост-то этот, блять, на другую улицу? Не знаю, я пошукаю, сейчас здесь полазю, возобновлюсь, что найду, блядь. По этой рыночной. Вот, я зашел, решетка здесь стоит. Где проход по паукам, блядь. Но она не открывается, но. А туда вниз, я не знаю, смысл есть вообще падать. Там этот хуй ходит. Пизду не пойдет к нему, нахуй не нужен. Куда я вообще зашел? Ладно, еще дальше. Блять, нашел вот хуйня вот эту, блять, посмотри, что там есть, на. Саша, смысл, блядь? Пиздец, блядь. Блядь, ну тут, короче, нихуя делаю. Тут это бессмысленно. Ладно, еще дальше. Так, чуваки, я сейчас до переднего этом, блядь. Тут, короче, вот где это. Ну, какой-то этот, блядь. Вот там вот дверь какая-то открылась, блядь. Ого. Ну, конечно, тут что-то есть, но... Золотишко тут нема, блядь. Стрелы, я же всех тут уже переубивал, блядь. Вот. А, пацаны, еще дальше. Бля, тут зомбачок, слышь. Значит, я тут не был, бля. А может, и был. Давай ушатаем его нам.
Так, а где еще один был? Я хуй найдешь там теперь. Бля, она еще кончится стрела. Да хули цена до хуя святой воды, в принципе. Че они тут охраняли-то хоть, ебать? А, лисица какая-то. Я не знал вообще, где золото можно найти, бля, пацаны. Я все уже облазил. Это вообще реально, нахуй? Я не знаю, где они спрятали, бля. Ну, блядь, конечно, падай, правильно, дебил, бля. Тут я, по-моему, ходил, бля. Да, тут я был. Ладно, буду искать дальше, блядь. Так, пацаны, я нахожусь сейчас в Перине. И тут я нашел улицу, в которой я вроде не был, блядь, или был. Я глянул, а тут есть это. Кружечка. 2010, блядь. Ну, уже это перевыпал. Ну, я еще золото, почему еще сама жалели искать. Вроде больше ни хрена нету. Сапорная улица, но завалена нахуй. Да, еще дальше что? Бля, нашел какую-то хуйню. Не знаю, что я не забирал, не знаю, бля. Я тут свет включил на первую свою стрелы, ёпта. А что, и не было тут? Да было. Ну, было же, бля. Еще дальше. Заебался уже ходить нахуй по этому городу, блядь. Еще ожерелье не знаю, где это вообще найти, нахуй. Блядь, заебался уже по этой карте ходить, вон нашел этот. Там проход какой-то ведет, как-то надо туда попасть, блядь. Да, там дверь, слушай, какая-то, блядь. О! Нихуя не нашел никаких ценностей, блядь. Я даже не могу представить, где они могут быть. А нашел ли хуя знает. Да вряд ли это все, наверное. Другое место, да. Ебать, сраться нахуй. А назад отсюда выход есть, блядь? То есть даже не зацепиться нигде, ёпта. Ладно, похуй. То есть у меня это место пугает, да. Аунты какие-то пиздят. Мне с пизды дадут, я хоть этот посмотрю, хоть куда можно убежать от них, блядь. Потому что их там несколько по голосу уже понятно. А, то есть можно уйти нормально. Пойдем, чё, блядь.
А, так меня тут не видно, да? F1. А, ключ же есть, ёпта. Что, может попробовать этих двоих это работать с вспышками, блядь, ослепятся они, да? Сейчас попробуем. О, Амар. Бля, суки возвращаются, блядь. Давайте, сука, беда-то в том, что их двое, блядь. Тяжелая дверь, бля. Ёп, ты что за замок такой тяжелище, бля? Сколько? Две тысячи 60, бля. Чувак, где золотишко, блядь? Нихуя нету, блядь. Так, сохранимся. Да, блядь, все у нас взламывает. Хрен или нет? А, все, нашел, да? А, подожди. Я еще хочу поискать золото. Да, блядь. А, пока не буду забирать. Сохраню здесь тогда. Пойду поищу еще золотишко. Чуть мало нашел, пиздец. Не нравится мне эта хуйня возобновлена. Бля, нашел минус, смотри, блядь. Где вот этот элементарный заходит. Сейчас в окнах тоже что-то есть. Еще дальше. Короче, не знаю, я нашел 2060 золота. И пиздец, все, я больше не знаю, где искать. Я 3 часа уже бегаю, я ебал. Проходим нахуй. Пизду нахуй. Все не найдешь все равно, блядь. Спрятали хуй знает куда, блядь. Сейчас, да, ну, я не знаю, сейчас посмотрим, сколько там нашел.
сужну аморально, заебался лазить уже нахуй. Все, пусть заканчивается, пизду. Статистика. Нихуя. А, 2410. Да я, получается, 200 единиц не нашел. Значит, ожерелье ценное. Да это что, более-менее тогда, ёпта. Пойдет. Продолжить, да, нажимать. Или это? Следующая миссия будет там уже новая, да? Короче, это новая катсценка, потом прочитаем ее в следующей серии. Все, пацаны, всем пока-пока. Не знаю, когда новая серия выйдет, попозже, наверное. Все.